А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. И вот, наконец-то, спустя 8 лет, Воронеж возвращается в плей-офф. По этому поводу в городе случился настоящий хоккейный бум. И уже на оба домашних матча «Бурана» все билеты раскуплены. Наверняка, кроме смерти, ничто не помешает болельщикам прийти и, особенно после первых двух не самых лучших игр в Воскресенске, поддержать свою любимую команду.
Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Игорь Леонидович, первый матч дома, плей-офф. Ваши впечатления? Ну, очередная хорошая игра в исполнении обеих команд, я считаю. Показали хороший хоккей, который нравится болельщикам. Ребята доказывают в очередной раз, что они могут играть правильно с любым соперником. Ну, выполнили установку сегодня на 100%. Из этого такой результат. Третьим периодом довольны, что там произошло? Да. Если сравнивать вот, от игры к игре, можно сказать, что мы прибавляем или, в принципе, показываем свой уровень? Ну, где-то не хватает нам, в поездке не хватило исполнительского мастерства. А здесь, на родном льду, мы знаем, как играть. По эмоциям отличается вот, настроение в команде сейчас на этапе плей-офф или вот, в регулярке? Ну, в регулярке разные игры были, в принципе. Сейчас ребят настраивать не надо, все понимают, куда мы идем и зачем. Химки, чтобы удаление было, это мы как-то вынуждали? Ну, конечно. Ну, плюс хорошая судейская бригада приехала, как я понимаю, сказали, что она из КХЛ. Да, ну, сегодня просто, не знаю, первый матч такой, когда нас судили очень здорово. Ну, не только нас, игру имеется в виду. Очень здорово, судили грамотно, все, то есть... Не было никаких там ни стычек, ни драк. Это тоже важный момент, что быстро все пресекалось. Плей-офф, как бы, да, бывают моменты разные, но сегодня судейская бригада отработала очень здорово. Спасибо. Удачи вам. Да, а сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании.